каркасная технология, стиль барнхаус. Построили в Калаче, если Юра нас слышит. Почти схожий проект с твоим. Если брус смещается, они поддерживают вот дополнительную опору. Чтоб не украли, здесь свободное поле, как понимаете, бери не хочу. Ребята, всем привет. Такой небольшой обзор со строительства в области двух барнхаусов. Это каркасное строение. Камеру перевел. Каркасная технология, стиль барнхаус. Монтаж винтовых свай почти окончен. Вот первый дом уже полностью завален. Гидроизоляция есть. Покраска под сварные. Работы тоже закончены. Здесь потом заказчик по плану вот этот грунт уберет штык лопаты. Геотехстиль и также как в сахарном слободе засыпет щебенкой. И будет открыто здесь. Вот метр дальше будет щебенка везде. Очень интересное решение такое. Вот свои у нас 108, 4 миллиметра стенка, головки усиленные, вот ребра жесткости. Они поддерживают, если брус смещается, они поддерживают вот дополнительную опору. 25 на 25 у нас оголовок. Здесь электричества нету, поля. Вон там только деревья. Там не посидишь. Короче, жара. В следующий раз приедем с палаткой. Хотя посидеть. Вот генератор работает. Как выключает, сразу рады. Вот у нас осталось вот этот ряд, да, доваривает, и вот этот ряд еще. И у нас этап завершен. Едем заниматься в городе, пока заказчик здесь займется забором, потому что материал надо везти. Чтоб не украли, здесь свободное поле, как понимаете, бери не хочу. Вот такой проект практически мы построили в Калаче, если Юра нас слышит. Почти схожий проект с твоим. Планировка даже. Здесь вид внешний будет одинаковый у обеих домов. Но планировка там, здесь два хозяина, планировка чуть разнится. Всем пока, работаем.